this is Hromadske's new project Displaced, where we look at the lives of people who left their homes in eastern Ukraine and Crimea, the challenges they face, and where they receive support from and how involved the state is. Today we'll be taking a look at Slovyansk, which is the point where many people looking to flee fighting begin. Also we'll take a look at Kharkiv, where volunteers meet arriving IDPs, and there we'll focus on a family that recently arrived from Debaltseve and the conditions they're living in. And then finally we'll talk to the director of UNICEF for Central and Eastern Europe about the effects of fighting on children. Escalation this winter has caused new waves of IDPs to arrive. Some have left on their own and others have received help from volunteers, organizations and the state emergency service. Now, as I mentioned, Slovyansk is a jumping off point for many people looking to start a new life as they move west. There at the train station, we spoke to people waiting to leave for Kyiv, Odessa and Kharkiv. Еще дома разбитые стоят, нарядные. Стреляют сильно. Ни воды, ни газа, ни света, ничего нету вообще. Там с колюш черпают воду люди. Собачку забрал свою, не бросишь домашнего питомца дома. Родители давно уже отправил на Россию. Там хоть тихо не стреляют. Ну сейчас в Киеве пока мы собираемся в Обухово. Да, тетя. Как черты ходят, сами видите. Грязно. Уже все, вещи чистые закончились, уже ничего нет. Надо как-то выживать, добираться. Люди на кострах кушать готовят, чай, кофе, все на кострах. Вчера мы приехали, да. Вчера часов, наверное, в 10 мы приехали. Ну, в принципе, у всех тут здесь, в вагоне все сдавали. Нам предлагают поехать в Киев. А с Киева сказали, там тоже вот так вот, покушать, обогрев, поспать можно, и потом еще едьте, ищите, понимаете. Родственники, где у вас живут, может быть, там. Ну, честно сказать, никогда не думала, что будем так вот, таким страшным словом называться беженцы. Вчера приехали, зато вот сегодня отдыхаем. Непривычно, конечно, здесь тихо, спокойно, всю ночь ворочались, смотри, потому что не гремело. Там у нас уже до такой степени просто очень тяжело было жить, страшно стало. Да, нас здесь кормят, да, столовой, спасибо, и чай наливают. Спасибо большое всем людям, которые помогают. Спасибо людям, которые от чистой души вот просто приходят, помогают, поддерживают. Понимают, что просто люди выезжали, даже в попыхах не собирались толком, только выехать. Ну что вот так вот, то грады летят, то это бабят, то светится вот так, то летающие вот эти бомбы, или вот так, бум, за это светится, ну вот так вот. Тут у вас горячая вода, и туалет бесплатный, и еда, это вообще, у нас был туалет платный. У меня просто глаза лопали. Да, на базаре платный у нас был туалет, да? Это тоже 2 рубля, но для беженцев бесплатно. И все побили, руки и голову. И вот тут у меня было немножко стало, то черное все было. Меня извини, я думала, у него осталось оживать. Дебальцево сегодня? Да. Кошмар. Кошмар. Там кошмар. Такого вы не видели. Что это такое? А за что? Донбасс, рабочий класс. Так же всегда было. Но, слава богу, мы теперь тут вроде уже чувствуем спокойность. Я думаю, так и будет. Я говорю, даже и работы в Киеве много. Мы едем в Киев. Я думаю, наладится у вас все. Я думаю, конечно, трезвый рассудок должен победить, да? Volunteers from the organization Station Kharkiv meet IDPs in the central station of the city. Since last August, more than 19,000 IDPs have been met by them there.
All and other volunteers provide them with food, warm clothing, psychological assistance, and help finding a place to live. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, станция Харьков. Извините, мы работаем с 9, не успели. Для чего открываем? Помогать переселенцам. Оказывать информационную помощь, кормить. Помогать им двигаться дальше по Украине. Обнимать, если плачет, успокаивать. Делаем все, что делаем всегда. Почему вокзал? Потому что люди приезжают на вокзал. Потому что дальше по Украине они движутся через вокзал. Все, и вокзал знают все. То есть можно сделать пункт где-то в городе, но он будет не таким актуальным. Каждому переселенцу положила бесплатный билет. То есть вот приезжают люди в Харьков, Харьков это передовая, прифронтовой город, можно так сказать. И когда люди сюда приезжают, им заказывают билеты. Хорошо, вы только, пожалуйста, не уходите никуда, потому что пришел ваш билет, во-первых. Во-вторых, нам надо позавтракать, надо собраться. Я понимаю, я имею в виду, не бродите никуда, чтобы я вас видела. Покурили и придите ко мне, хорошо? Мы с вами потом сходим, билет получим. Все будет добро. Здравствуйте. Берите стулья, присаживайтесь, пожалуйста, будем разговаривать. С 11 до 17 вы можете получить продуктовые пайки. Достаточно большой паёк, туда входит там и гречи, ну, крупы всевозможные, масло входит, паштет или тушенка. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, или вы там потеряли бумажку, или еще что-то, вот номер телефона, вот этот, я его в рамку обвела, это там, где выдача гуманитарной помощи, вот этой продуктовой. Регистрирую людей для того, чтобы потом внести их в нашу базу и иметь их телефон, и думать, скажем, их проблему, пытаться ее разруливать дальше. Они уже находятся в Харькове с 9 числа. Просто им нужна помощь, они не знают, где ее получить. Приходите, если нужна будет консультация, информация, подсказать что-то. И там у вас же есть телефон, и всегда можно позвонить. Все, и там посмотрите, там принесете там и мука, и макароны, ну, в общем, что-то на первое время. А потом же пойдете на Карл Макса и получите там еще паёчек. Держите, все будет добро. Это тебе. Держи, это подарок. Стесняется. Хорошо, ты потом возьмешь, когда я не буду смотреть. Скажите мне, пожалуйста, в принципе нужды ваши. Лядку приодеть бы нужно. Кстати, мы можем частично что-то у нас посмотреть. Обувку. Ирочка, посмотри. А ну, похоже, что 30-й. Замша на меху. Но по лужам не походишь. Но зато натуральная замша на меху. Ну да, да. Тынь. Хотите валерьяночки? У нас такая забористая валерьяночка. А у нас лучше? Да, у нас такая забористая. Я вам прямо сейчас предлагаю, а не в принципе. На? Давай. У нас такая горнюня валерьянка, мы ее сами пьем каждый день. Вы не поверите, момент. Когда были напряженные дни, когда были напряженные дни, 4 порции валерьянки за день. Ну, и к вечеру жизнь становится веселее. Все забываешь. Да. Спасибо. Сложно, ну, сложно, страшно. Но для меня это, я справляюсь со своим страхом. То есть у каждого человека в нашей стране, ну, особенно в нашем городе, да, который прифронтовой, то есть страх того, что нас постигнет та же участь. Сидеть дома просто бояться, ну, неправильно. А здесь, во-первых, помогаешь людям, во-вторых, некогда бояться.
целый день на телефоне, целый день звонки, целый день решения чужих проблем, и забываешь вообще страх, все забываешь. Очень долго можно работать с психологической вот ситуацией, да, там лечить психологически человека, беседовать, пока у него не будет жилья, пока у него не будет работы и всего остального, никакой психолог ему не поможет. Пока ребенок, даже ребенок, пока мама с папой не успокоились, пока они не чувствуют какой-то почвы под ногами, они все равно, они нервничают, они, ребенок тоже будет на него проецироваться все это. Нервная обстановка в семье. И... наши спасибки, вот они. У нас тут и спасибки, и рисунки, и все на свете. Мы такие, это наша зарплата. Это наш стимул, ради чего приходишь. Да. Бумажку дали, уже приятно. Мы просто стараемся, мы же не просто, понимаете, помочь, скажем, нам рассказали и все. У меня очень много семей, которых мы курируем очень долго. И вот когда я вижу, когда они звонят, у них голос звенит, и... когда они там приезжают сюда, там, на Новый год там приезжали, там просто меня обнять, поцеловать, там, шоколадку принести. Я всегда говорю, волонтеры не берут взятки. Нам приносят, нам регулярно приносят шоколадки. Вот мы добиваемся вот этого. Чтобы они шли и улыбались. Ten-year-old Slava only talks about war since being relocated from Avdiivka, near the embattled Donetsk airport, to Kharkiv. His grandmother is very worried about the effects of the war on him. They went to volunteers from Station Kharkiv to get help. Мы едем на Карла Маркса, на пункт выдачи гуманитарной помощи от станции Харьков. Мы одна организация, то есть мы одна гражданская инициатива, и, естественно, мы сотрудничаем очень близко. То есть, вот мы как раз и приехали. Я прошу прощения, разрешите, пожалуйста, пройти? Я прошу прощения. Ребят, пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я с Авдеевки. Нас 26 числа обстреляли дом очень сильно, особенно из тяжелого вооружения. Еще у меня в школе, где стекло, там полностью стекла нету. Осколками все подбило. У нас доску, где всегда мы пишем, и осколком тоже подбило. И, конечно, сейчас обстреливают завод уже несколько раз. Попадание во второй отдел, который моя бабушка сейчас работает. Его уже дыра больше, там намного. Мы прячемся или в подвал, или в коридор для таких опасных случаев. Когда такие очень мощные обстрелы. Пытаюсь попросить маму за жилье, какую-нибудь дали еще за интервью. Это главное, давайте. После проведения всех боевых действий, в которых мы находились, ребенок очень стал тревожный, очень нервный стал. Очень часто плачет он. И у него постоянно идет военная тема. Он постоянно, он интересуется, во-первых, этим всем сейчас. Он знает у нас, короче, вся техника, та, которая у нас в городе находилась, обо всем этом он знает. Теперь он в газетах пытается выискивать, что это именно такое. Он все время об этом думает. У него могут и в компьютерные игры на эту сторону больше поворачиваться.
А нам оно, как говорится, уже вроде бы и надоело это все. Уже начинаешь его одергивать в другой раз. Вот просто опасение за то, чтобы в дальнейшем не было ничего такого отрицательного, не пошло в другую сторону. Был очень характерный случай. Бабушка говорила о том, что 10-летний мальчик много говорит о войне, отслеживает войну. Для детей дети очень адаптивны. И для них нормальный способ прожить травмирующие события – это отреагировать о нем, значит, говорить о нем, играть о нем. И если бы к его проявлениям относились нормально, он бы гораздо быстрее перестал об этом говорить. Но поскольку, вы заметили, может быть, когда бабушка комментировала, в какой-то момент у нее в голосе и в глазах появились слезы. И ей настолько больно, настолько невыносимо сталкиваться с этой темой, что она вынуждает внука замолчать. Взрослые говорят, что про эту тему говорить и чувствовать, испытывать страдания нельзя. И ребенок начинает прятать свои страдания, свои переживания. В результате мы получаем страшные сны, часто энурез, конфликтность. То, что эта запретная тема внутри, она его жжет. Малюнки відображають стан дітей. Вони спочатку починають малювати з нами якісь позитивні своїми це висказувати. Потім, коли ми їх залишаємо наодинці, вони продовжують самі, починають міркувати, що їм намалювати. І це виходить ось такі якісь чорні незвичайні тварини, небо чорне, також чорне, зелене, якісь такі кольори вибирають, які темні, а це в першу чергу відображує стан дитини. According to UNICEF, out of an estimated 1.3 million IDPs, 140,000 are children. The director of UNICEF for Central and Eastern Europe, Marie-Pierre Bourdier, told us how the school psychologists trained by the fund are treating them in Eastern Ukraine. The visit up to Kramatorsk and Slovyansk was really an opportunity to see that beyond what is reported in news, the tanks movement and the military action, this crisis is having an incredible impact on children and their families. The government response is not enough, citizens' response is not enough, our response is not enough, everybody must put the fifth gear. But what I did see though is the government understanding that they need to be playing their role in the crisis and providing the framework and not necessarily wanting to do it all, but creating an organized space for the dynamism, the creativity and the quality services that civil society is ready to play, for civil society to play that role. So it's no longer the government as a big brother, it's the government as a facilitator, as the place where standards are put in place, where the efforts of all can come and push in the same direction. Besides being affected in terms of their basic needs for water, education, children are affected psychologically. And it was striking during my visit to Slovyansk, where we went to a school which had been bombed and where I could talk with children 12 to 14, how much all of them had been affected, and they'd been able to tell that story through drawing, which is a program we are supporting with the school psychologist, to take the first step, which is to let children tell the story and feel heard, that they do not keep this feeling of anxiety just within themselves, that they realize that other children share the same experience and that you have adults there ready to tell them that it's completely normal to feel what they feel, this anxiety. Some of them said they couldn't sleep, And the drawings that that I saw showed, give you an example, a child showed the world scene from his eyes, where his house, which looked like a normal house, suddenly had a tank coming, a plane, some of them show when they are more in the center of the conflict, the bombs, the fire, the destruction. So the extent
to which the children are affected by the situation should absolutely not be underestimated. In fact, 40% of the children who've been displaced report some kind of trauma, and in that school, all of the kids were affected. But what the visit showed is through this program that we are running with the Ministry of Education and the Institute for Teacher Training here in Kiev, a trained school psychologist can help generate the discussion, the sharing of experience, giving back to the kids the sense that life will be normal and that they have an important role to play in their family, in their community. And little by little, you see the drawings turning from these kinds of things to just in a couple of months, happy colors, happy children, you know, normalcy, and the children talking about friendship, about peace. And when we asked them what they saw for the future, they talked about Ukraine united to take care of its children, and that they, the children, if they were put, you know, in the driving seat of Ukraine, would make sure that these priorities of solidarity and investing in children would be maintained. So I think it's very important that in the current situation, all aspects are addressed. The basic needs and basic services are put at the disposal of displaced families through humanitarian action. These basic services are financed for the whole population in a cost-effective way and with quality, maybe better quality than it was done in the past. And also, we listen to children and we take their advice that the only way forward is the Ukraine with peace, that is investing in children and believing that they can have a better future. We in UNICEF will be active on all these fronts, the humanitarian response, which will dramatically expand with presence in the East and, you know, moving from 25 staff members to 60, moving from a budget of, you know, 6 million to 56 if we get the assistance we need. But also we'll be helping Ukraine put in place the reform program that is urgently needed to take care of the resources it has at its disposal to invest in its children. And Serhiy left the Baltseva with their children during fighting. In Kharkiv, they live in facilities of a summer camp. They appreciate the help given by the volunteers, but are concerned about where to go from there. Мы с мужем были на грани развода. Почему? Неопределенность. Что будет завтра? За что жить? И шла с Машкой, я говорю, слезы градом. Чи под машину кинуться, вот просто уже, чтобы не видеть все это, вот, покончить жизнь самоубийством. То есть уже доходит, как вы понимаете, в мозгах уже иногда вот доходишь до вот этого. Что слава Богу, что опять та же Лариса волонтер посоветовала иди на станцию Харков, те волонтеры направили сюда, что я как бы имею крышу над головой. СМС-ку, не знаю, есть она на этом телефоне, чтобы показать Чине, что я с ним прощалась. Ой, мамочка моя родная, сколько вот это мне стоят. Ой-ой-ой-ой, сейчас еще моток, и все. Девочки, пропустите с ребенком. С ребенком пропустите. Пропустите, пожалуйста. Вот моя паспортная, вот оригиналы. Вот здесь. Государство за нас не думает, хоть частные лица. Так мы все время выходим. Спасибо вам большое за помощь. Следующий, пожалуйста. Обуви у меня у ребенка не было, взять мне ее негде было, даже на том секонд-хенде, но нету, на него не могу подобрать, то узкие, то широкие, то это самое, вот и купить не за что. В итоге что, двустороннее воспаление легких у Жени, у сына моего, 12 лет мальчику, вот, ну, дырявые сапоги, представьте, вот.
Ну, а теперь лежит на данный момент 24-й больнице с сердцем на кардиологии, потому что воспаление дало осложнение на сердце. Мы сегодня уже с ним виделись два раза, да? Да. Моя кисечка, моя лапушка. Салют. Ну что, так, жуйки, не знаю, взяла, такое, не такое, сок. Опять этот сок. Воду забыла. Опять этот, потому что он дешевый. Покидыш. Мама уже когда узнала, мама одевала пакеты целлофановые, сверху носки. Потому что купить не за что было, да? Это просто ребенок, который находился в состоянии стресса, перенес пневмонию, то есть это инфекционное заболевание. Он ослаб, так скажем, по-простому. Они все находятся в состоянии стресса или выхода из стресса. Но мы обязательно с ними разговариваем и немножко обсуждаем эту тему и говорим, настраиваем на позитивное отношение. Мне легче в школу походить, чем быть в больнице. Я в школу хочу. Мне скучно. Тем более у меня понедельник, день рождения. Моя сыночка. Понедельник, день рождения. Только не плачь. Не плачь. Сынок. О, здрасте. Я сначала искал работу по предприятиям, по заводам. Получилось у меня перейти с Дебальцева сюда переводом. И меня взяли сюда сварщиком. Я поначалу просыпался среди ночи. Или машина взвизнула, или сосед сверху стукнул по потолку. Все, бомбежка, встал, глаза в потолок. Ха, фу, все, подожди, я в Харькове. Все-таки вы сами видели, что такое ромашка. Вшестером в одной комнате, туалет соседний корпус, вода соседний корпус. Действительно с нуля, ни кружки, ни ложки, ни гармошки. Есть такая черноглазовка. Раньше там касса работала, раньше жилое помещение было. Сейчас это все стоит, целое, но никто не живет. Был я в профсоюзе, этот вопрос будет решаться. Вот эта черноглазовка, черногоровка, не знаю, например, я даже не видела, что, честно, я даже не видела, это все слухи, может, там совсем где-то глушь, меня это не интересует, мне самое главное, что там я могу распахать землю, я в городе, я сельская баба, я не могу жить в городе. Конечно, лучше где-то сельская местность, где-то под Харьковом, чтобы я могла завести себе корову, троих быков, косить я сама умею, кашу на раз-два. У меня мурашки по телу, когда я представляю, что закроют этот проект. Вот я представляю, закрываю глаза, представляю, куда я пойду. Вот открытое небо, куда я пойду. The next part of our project is focused on the conditions IDPs live in and their new places of residence. As they face challenges and struggles about how to start their life from nothing. And the next part of the program will be looking at Kharkiv, Odessa, Kiev, and other cities and how people are starting new lives there. Это люди самой, будем так говорить, социально незащищенной категории с минимальным финансированием. Вот, домики, мы подписали договора на полгода, а как дальше, не скажу. Я вижу, что здесь очень красивая природа, здесь хороший чистый воздух, здесь рядом река, все для того, чтобы пережить. Вот это я вижу.